Это телефон с абсолютно новым интерфейсом. Не флагман, но крайне интересен, так как станет основой для многих продуктов. Металлический, сенсорный и красивый. Сложно сделать сенсорный телефон необычным, но LG это удалось. Он получился по-настоящему красивым. Обтекаемый металлический корпус отлично ложится в руку. Приятно ее холодит. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям. Поцарапать его можно, но сделать это непросто. Разъем для наушников стандартный, но для кабеля и зарядного устройства – собственный. Функциональные клавиши сенсорные. Работают хорошо. Дисплей великолепен, диагональ невелика, но разрешение просто фантастическое. Из дополнительных клавиш только качелька громкости и кнопка спуска камеры. Задняя крышка фиксируется защелкой. Люфты отсутствуют полностью. Телефон имеет очень яркий и красочный интерфейс. Он организован в форме куба. Интересно реализована галерея избранных контактов. Основное меню позволяет получить доступ ко многим функциям напрямую, особенно в альбомной ориентации. Но большинство приложений работает только в книжной. Экран отлично реагирует на нажатие, он емкостной, реагирует только на нажатие пальцем. Набор текста возможен как с привычной клавиатуры, так и с QWERTY. Переключаются они автоматически при повороте экрана. Интернет-браузер неплох. Им удобно пользоваться. Но до лидеров он все равно не дотягивает. Аппарат имеет удобный плеер, хорошо звучит. Возможен просмотр неконвертированного видео в популярном формате DVX. Телефон красив как внешне, так и внутри. У него богатые мультимедийные возможности. Интерфейс имеет ряд огрехов, но с ними можно смириться.